Всем привет из Махмутлара, люди, суббота. Здесь также запахло осенью. И сейчас проезжал я, все, вот, что можно было увидеть, все побережье, вот Осмурк, Истель, что там еще. Собственно, Махмутлар весь. Людей купается не больше, чем зимой, пляжи пустые совершенно. Вообще какие-то мерзляки тут сейчас отдыхают. Да, конечно, разница по сравнению со вчера. Температура воздуха минимум 5, наверное, больше, может 7 даже. Может еще больше даже градусов. Но вода-то все равно как бы теплая, на улице все равно не зима, а вот почему-то вот купаются реально, вот, ну как в январе, не больше. Сейчас дождя уже нет, тут тоже везде лужи, как вы видите. Значит, в Махмутларе дождь был. А там где-то посредине ехали, там почти сухо было. Может, там где-то в Кистеле и не было дождя, но я точно не знаю. Вот пляж. Тут сейчас должно было быть как бы полно людей. Вот дальше пляжи, пирс. Нигде никого нету. То есть никто вообще в Махмутларе не купается. Я не пойму, в Махмутларе что, все вообще это такие эти... Все с Краснодарского края нафиг приехали, что ли, я не пойму ничего. Все странно, конечно. Сейчас вот типичная погода, допустим, как будет, наверное, в ноябре. То есть теплая вода, чуть-чуть, может, некомфортно после воды на улице, но не холод и... Не знаю, очень странно. Никого, пляжи пустые, короче. Уверен, что до конца можно сейчас идти спокойно Махмутлара. Везде будет одно и то же, везде будет пусто. Но не бойтесь тех, кто приезжает сейчас. Или там через неделю приедет люди. Это временно, такого быть как бы не может. Будет тепло еще. Да, ходят люди сегодня уже в брюках, и в кофтах, и в кроссовках. И кто как. Ну, я как ходил, так и иду. Кстати, в Махмутларе сейчас немножко теплее, чем было в оба в Алании. То есть там мне уже реально было немножко даже как бы чуть холодно, а здесь сейчас вот вполне нормально. Сегодня овощной рынок, но не только овощной, шмоточный, фруктовый. Вот вы видите, люди идут с сумками. Когда люди идут с сумками, это значит о том, говорит, что сегодня рынок. Надеюсь, там вещи не разбежались. Надеюсь, не только на пляжах. То есть, надеюсь, людей нет только на пляжах, а на рынке они есть. Потому, ну вот сейчас по парку посмотрим. Знаете, у меня, ну вот ветерок когда дует, да, действительно получается такое, знаете, чуть ли слегка даже прохладно, можно сказать. Но я надеюсь, люди же гуляют по улице. Сейчас в парке посмотрим, что происходит. Да, дождь здесь тоже нехилый был, потому что вода везде. Видно, что несколько часов он был, не 5 минут. И, блин, вообще ничего не пойму, что происходит. Парк тоже, люди практически пустой. Вот это трэш, блин. Еще не пойму, что с людьми случилось. Наоборот, надо выходить кайфовать, потому что, ну, вчера еще я обливался потом. Вчера была неимоверная жара. Хоть мы вчера ездили далеко от Алании почти на весь день, но даже когда приехал, я было очень жарко. Сейчас выходить можно обалдеть, гулять. Что не жарко, а как вы видите, вообще никого нету, блин. Два дядька, он играет в теннис, и все, я в шоке. С детьми не гуляют, все, началась зима, на улицу детей нельзя выводить. Вот две смелые женщины с колясками, с маленькими детьми, остальные все, не дай боже, на улицу выйти. Зима, все. Зима, крестьянин торжествуя, насыпал снег на кончик шпаги. Знаете, такое с детства вспомнилось. Пусто, смотрите, как будто тут это. Как будто сейчас, знаете, не 12 сентября, а 12 января, блин. Я в шоке, конечно, я такого вообще не ожидал увидеть. Вот это да. А здесь вот душно, жарко. Вот я сейчас хожу между вот этих двух сосен. И тут уже вот такое, ну не жарко, но совсем не холодно. Такое, знаете, тепло такое, слегка даже удушливое. То есть оно местами. Когда ветер чуть-чуть дует, начинается слегка так прохладненько. Ну вообще реально странно, что никто не гуляет как-то это. Тем более суббота, завтра дети в школу не идут. Ну вот возле банкоматов только тут всегда полно людей. Что говорит о том, что они еще не вымерли. Ну и на рынке будет, наверное, тоже полно людей. Конечно, что пустой парк, это как-то немножко странно. Алания Спор. О, что это, этот магазин стоит, фирменный Алания Спор. От футбольной команды, видимо.
автобус-магазин. Сейчас пройдем мимо. Да, я немножко в шоке, если честно. Не знаю, я спокойно иду так, как я ходил летом. Хотя ноги у меня все время попадают в лужи, я брызгаю себе на ноги. Но мне не холодно, как бы. Почему люди не гуляют, я не знаю. А чем же это связано, что здесь стоит этот магазинчик? Возможно, футбол в Алании сейчас какой-то. Сегодня, либо на днях. Алания Спор, фирменная атрибутика, футболки, в основном брелочки, кружечки. Такой вот магазинчик. Напоминаю, что это футбольная команда Алании именно. То есть именно Алании. В Турции много футбольных команд, но это именно Алания. Вот такой вот автобус. Ну, сейчас посмотрим, что у нас происходит на самом в районе рынка. Хотя, вы знаете, я уже вижу здесь меньше людей. Вот даже вот по первому взгляду уже людей меньше. Сейчас пройдемся еще хоть чуть-чуть по Махмутлару, посмотрим, что происходит. Не, ну в принципе люди есть, конечно. В принципе есть, со всех сторон ходят, но на рынке вот, ну, вот так вот по первому взгляду, по центру, туда, где фонтаны, ходит меньше людей сейчас. На рынке людей полно, да, вижу. Здесь вот по дороге люди ходят, наверное, идут на рынок. Ну все, погнал это тоже снимать рынки для вас. Осень, она временная, не бойтесь, еще раз повторюсь, это все пройдет, потому что, ну, не может просто такого быть еще. Если бы было сегодня 11 ноября, скажем, там 12, фу, 14, какое там сегодня число? Сентября, 14, да? Я сказал неправильно в начале число. Короче, суббота. Было бы ноября, тогда можно было, ну, реально без шуток об этом говорить, что уже холодает там туда-сюда, но сегодня отсутствие людей на пляжах меня просто убило, реально убило, просто наповал, не на шутку. Не знаю, почему так. Давайте еще пройдем по центру Махмутлара, где фонтанчики. Тут люди все с базара идут. Тут люди есть, в принципе. Почему в парке никого нет, вообще непонятно. Воздух классный, сейчас не жаркий. После дождя такой, знаете, аромат вот этот вот, хотя его даже не хватает, вот этого озонового аромата. Все равно так, но ощущается, что, я думаю, завтра все-таки жарко будет. Я вот это уже сейчас чувствую. А хотя, может, это просто от того, что у меня рюкзак на спине, он как тепло, это, как грелка работает сюда. Здесь, вы видите, люди есть. Это потому, что рынок сегодня. Но чего, никого нет в парке, не знаю. Тут зеленые еще эти, это, по-моему, мандарины. А в Алании апельсины, вот уже сегодня видел, я такие желтые почти. Скамейки все заняты. Негде зад свой кинуть, посидеть, водички попить. Ну, тут много людей, увидите. Сейчас пойдем на рынок. Там в это время тоже всегда много людей, а время сейчас скажу сколько. Время сейчас 17.50. Ого, уже 17.50. Все, спасибо всем за внимание. Привет из Алании, из Махмутлара.